Hi there, it's Nastya in my rubrica Handy Hacks. Today we're going to be talking about teaching phonetics and pronunciation in particular. I've received many comments by my fellow teachers saying that phonetics can't be prioritized over grammar and vocabulary, that the time spent on building pronunciation skills could be spent more efficiently. The most common argument is that it's basically too time-consuming and the result is simply not worth the effort. So let me try to prove otherwise. Тему произношения я выбрала не случайно. Я на ней собаку съела. Под собакой я имею в виду дипломную работу, связанную с фонетикой. Ну, не то чтобы я ее съела. В общем, если вы тоже считаете, что эта тема не самая важная по сравнению с лексикой и грамматикой, то вот вам 5 основных причин пересмотреть свой взгляд на фонетику. Во-первых, произносительный навык влияет на восприятие речи на слух. Заезженный пример «ship-ship» наглядно это демонстрирует, потому что здесь ключевая разница заключается в долготе и краткости гласных. На моей практике ученики часто путают следующее. Food and foot. Глаголы типа spend, spent, там, где глухость, звонкость значительно меняет смысл предложения. И даже mouse, mouth. И, внимание, think, sink, sing, thing. Вторая причина заключается в том, что артикуляционный аппарат английского языка сильно отличается от русского. Ученикам нужно освоить звуки, которых в принципе нет в родном языке. Если им их не поставят на начальном этапе обучения, то ученики начинают, что вполне логично, заменять сложные английские звуки на те русские звуки, которые их просто немного отдаленно напоминают. В становится В. Э. О и так далее. В результате возникают трудности с пониманием на слух, правописанием, говорением. Самостоятельно на интуитивном уровне научиться правильно произносить звуки очень сложно. Вы знаете, есть некоторые люди, которые мне вот недавно написали, ученики, что они стесняются правильно разговаривать, правильно произносить слова, потому что они боятся, что их в классе застебут, если они будут красиво говорить по-английски. Это распространенная штука. В-третьих, на уроках нам надо заниматься не только постановкой, но и корректировкой произношения. Студент до этого уже изучал английский, но произношение прошло куда-то мимо. Ошибки сами собой никуда не уйдут. То есть постоянным аудированием их тоже не исправить. Нужно адекватное объяснение, чтобы у студента сначала была возможность это осмыслить, чтобы потом применить на практике. Это особенно касается подростков и взрослых, поэтому нам требуется постоянная тренировка. В-четвертых, фонетическая зарядка в начале занятия является прекрасным вормапом. Она позволяет снять напряжение, переключиться на английский язык и настроиться на работу после перерыва. Ее, кстати, можно проводить на базе лексического или грамматического материала. При этом она занимает 3 минуты или 5, если с объяснением. Разве это много? Зато представляете, сколько пользы! Развивается произносительный навык, понимание устной речи, расширяется словарный запас и умение пользоваться грамматическими конструкциями и много еще всего другого. Ну и, конечно, над фонетикой стоит работать, чтобы ваши ученики звучали красиво. Мои студенты с удовольствием занимаются этим и в 15, и в 30, и в 50. Они осознают свой прогресс как в устной речи, так и в слушании. Их это очень мотивирует продолжать изучать предмет уже не на базовом уровне, а углубляться в него. Конечно, я рассуждаю здраво. Наши ученики не лингвисты, не дикторы на радио, и углубленный курс фонетики им не нужен. Но я считаю, что базовые вещи они все-таки знать должны. Я имею в виду артикуляцию звуков. Объясняем, осмысливаем, отрабатываем и дальше регулярно тренируем. Я лично особое внимание уделяю работе над избавлением от так называемого русского акцента, то есть над фонетическими ошибками, которые вызваны интерференцией русского языка. You are best of the best. How you do it, I don't know. But is it amazing, really? Опять-таки, долгота, краткость гласных, так как у нас такой категории в русском языке нет вообще. Отсутствие оглушения согласных на конце слова, так как в родном языке мы, наоборот, их оглушаем. Не стоит забывать и про звуки, которые, в принципе, отсутствуют в русском, чтобы «в» не превратилось в «во». И еще работу над интонацией я тоже провожу, потому что я не хочу, чтобы мои ученики звучали в английском языке грубо или монотонно, хотя именно так часто звучит русская интонация в английском языке. You think this bad neighborhood? Чтобы работа над произношением учеников была плодотворной, я и над своим произношением тоже работаю.
Естественно, я как учитель имею возможность больше углубиться в эту тему. Я знаю, что мои ученики крайне редко общаются на английском языке, поэтому в своей речи я стараюсь максимально приблизиться к тому, как звучат носители. Check out my pun, yo! Я понимаю, что живя вне англоязычной среды, они именно с меня будут брать пример. Я читаю тексты вслух, повторяю реплики за персонажами в кино, освежаю правила произношения по роликам на ютубе, примеряю разные акценты и так далее. А как вы работаете над произношением своих учеников? Назовите три особенности русского акцента, с которыми вам постоянно приходится бороться. У меня это оглушение согласных, их смягчение, ну и межзубные звуки. Очень скоро на нашем канале появится видео о том, как подготовить идеальный урок онлайн от нашей ведущей преподавательницы Ханы. Она из Южной Африки. А еще Аня Шенцева расскажет о фишках в платформе Vimbox, которые здорово упрощают жизнь учителю. Так что обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. А еще переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана, чтобы узнать о своих персональных возможностях в SkyTeach. На этом не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach и stay tuned! Bye! Человек думает, он подумал, потом помыл руки. Он расширяется. Вот так вот. Это все изи.